Проект «Березовый парк» для города Кораблино – основной в масштабной программе благоустройства. Цена вопроса – 75 миллионов рублей, 50 из которых – федеральный грант. Главную аллею и основные дорожки отделают тротуарной плиткой. На пруду обустроят пляж с деревянным настилом, раздевалками и зоной для пикников. Рядом появится волейбольная площадка. По словам мэра города Вячеслава Ермакова, подрядчика нашли ответственного. Наши подрядчики стараются выйти вот до наступления, так сказать, дождливой, такой прохладной погоды и зимней. То есть поставить все фундаменты подо все объекты. В основном уже такие мероприятия практически сделаны на всех объектах. Это и смотровая башня, это домик рыбака, это многофункциональный павильон, это пляжная зона. Они уже практически из земли вышли. Теперь как бы так нам дождь, ну, будем считать, не страшен. Можно продолжать работу, не так будет страшно. В парке уже появились роллерная трасса и скейт-парк. Не говоря уже о популярных нынче спортивных тренажерах. При этом географическое положение дает о себе знать. Уровень грунтовых вод в этом районе очень высокий. Для подрядчика дополнительная неприятность. Официальная дата окончания работ – 1 ноября. Немножко, конечно, отстаем от того плана, который был еще прописан в апреле месяце. Но стараемся нагнать. Наш подрядчик сейчас уже дополнительные силы сюда присылает, усиливает группировку, так будем сказать, военным словом, усилим группировку, чтобы сдать вовремя и качественно. Березовый парк – это место, которое теперь должно стать центром притяжения для всех горожан. Ведь в скором времени именно здесь власти будут отмечать основные памятные даты для Кораблино, а также устраивать праздники и гуляния. Как говорят в местной мэрии, людям должно понравиться. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ «Кораблино».